В Тверской области полным ходом идет летняя оздоровительная кампания. Четвертая смена в детских лагерях началась 9 августа. По традиции ребята перед заездом собрались у Дворца творчества детей и молодежи. Их поприветствовала руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Отъезд в лагерь – это как начало маленького приключения. И хочется пожелать вам, чтобы это приключение для вас было настоящим и незабываемым. В муниципальные лагеря отправляются и дети из многодетных семей. Например, братья Старковы, Миша и Дима. Провожает детей в лагерь их мама Анна. Юлия Саранова пообщалась с многодетной семьей. Братья хотели бы стать летчиками. Такую профессию они выбрали неспроста. Ребята занимаются в летном кружке. Помочь детям с выбором профессии могут в том числе и детские лагеря, считает Юлия Саранова. Наши лагеря должны быть тем местом, в котором ребята за короткий промежуток времени, 21 день, да, могли получить и дополнительное образование, и профориентацию, и, находясь в этом пространстве, вдохновляться на какие-то важные для себя решения, да, в том числе осознанный выбор профессии. Пообщаться с лидером тверских волонтеров захотели сотрудники муниципальных детских лагерей. Они обратили внимание на то, что учреждения уже много лет не модернизировались, многие из них устарели. Все наши детские лагеря – это то, что нам досталось по наследству от советского прошлого. И с тех пор, к сожалению, да, не было ни одной масштабной программы реконструкции, капитального ремонта этих детских учреждений. Юлия Саранова не оставит данную проблему без внимания. Решать ее нужно на федеральном уровне, считает лидер тверских волонтеров.